в нас знову сторінка інтелектуального гумору. Дует імені Чехова, Андрій Молочний та Антон Лірний. Поправиться. Саша, как я выгляжу? Так, все, нормально? Нормально. Все, спасибо. Здравствуйте. Серия миниатюр «Как ругаются разные люди». Начнем с простого. Как ругаются москвичи? Антон! Андрюша, не рассказывай Антон! Мне. Я не хочу этого слышать. Антон, мне надоело Андрюша, это. Андрюша, ты не слышишь, что Антон! Ты понимаешь? Антон, ты не это понимаешь! Ты слышишь на каком языке себя? С тобой никого я говорю? Нет, вообще. Ты неадекватный! Я не хочу этого! Нет, ты, у тебя нет восприятия! Все, все, да, блин, все, 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 все! Ну давай, давай, ну, давай. Продолжаем. Как ругаются американцы? Как ругаются эстонцы? Сам такой. Иди, иди, истеричка. Псих. Как ругаются на Троещине? Что такое? 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 Проблемы. Что такое? Проблемы. Что такое? Проблемы! Что такое? Алло, пассажир! Проблемы! 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 А? Что такое? Да ну, блин! Что такое? Как ругаются в Верховной Раде? НАТО нет. Спокойно, спокойно. НАТО нет, там я скажу. Что такое? Все Том, НАТО нет. Да, нормально, успокойтесь. Нет НАТО. Да успокойтесь. НАТО нет. Я понял. Я сказал нет. Что вы от меня хотите? НАТО нет. Что вы от меня хотите? Нет НАТО. Я понял, что такое, в чем дело? НАТО нет. Что от меня хочешь, ты? Что такое? Да, ну тебя угодно. Что такое? Напоследок, как ругаются таксисты? Ваши аплодисменты. Баточка, я под подъездом, уже 5 минуточек стою, пассажирчики не выходят, там проверьте, хорошо? 16-я связалась с пассажирами, они говорят, что вышли и стоят под подъездом, вы далеко? Я под подъездом, никого нет, баточка. 16-й, проверьте адрес, пожалуйста. Краснозвездный проспект 5. Краснозвездный проспект 5А. 5А, не 5А. Бадочка, я смотрел по карте. Тут нет дома 5А, есть 5. Я стою возле 5 дома. Пусть выходит, я жду уже, жду. 16-й, они говорят, дом 5А. 5А, Аня, проедьте дальше. Там за мусорным баком поверните направо, там арочка. Какая нафиг арочка? Тут нет никакой ни арочки, ни мусорных баков, понятно? Я возле 5 дома стою, пусть выходят. Разуй глаза, ты недоразвитый. Мусорные баки сразу за 5 домом, внутри 5А. Кобыла ты, сидишь там жопой своей, нифига не делаешь, понятно? Тут нет никуда 5А, я кисну, как 5 пальцев ты, как 5 пальцев ты, 5, понятно? Правильно, 5, а за ними 5А, и фигарочку. Фигарочку, понятно тебе?
Я стою здесь, синий ланос, помятый капот, разбитое стекло левое, понятно? 16-й, они вас не видят, аварийкой помигайте! Она не работает, аварийка! Всеми в жопы помигаем, ты! 16-й, это 27-й! Коля, не выебывайся, пролезь 5 метров! Вперед и налево! Сидишь, экономишь бензин! Что ты яйца воротишь всем? Ты козел, знаешь ты? Чему ты? Ты тут нет, да, опять, а приедь сам сделай свою работу! Ты понял меня, ты? 16-й на 7-м этаже, они говорят, висит синее покрывало, едьте туда ж! Это пятиэтажка, кобыла ты драная! Пусть они выйдут, эти уроды! Я им башки подвинчиваю и покрывало заверну! Понятно? А 16-й, это 8-й! Слушай, мне тут 30-й подсказывает, что въезд во двор с другой стороны, там магазин Чебурашка и въезд. Иди ты нахуй в окно, не понял? Да свои Чебурашка и ты, твой 30-й, понял меня? Слушай, ты кого послал вообще, ты, слушай? Ты меня послал? Я сейчас к тебе приеду и глаз на жопу натяну, тебе ты слезил. Ты урод, найди сначала. А потом натягивай! Шестнадцатый, пассажиры говорят, что видят вас! Они вас видят! Проедьте 5 метров вперед! Они вам машут! Пистюном пусть помашут! Я уезжаю! Снимайте заказ! Да! Коля, ну ты все равно там не выйдешь! Там назад не сдашь! Только через эту арочку надо, Коля! Коля! Батюшка, пассажиры у меня. Посчитайте, пожалуйста, тариф и не забудьте простой 7 минут. 16-й тариф 7 гривен, плюс простой 2 гривны, итого 9 гривен. Счастливого пути вам и вашим пассажирам. Спасибо. Спасибо огромное. Андрей Молочный, Антон Лирный. Стоит имени Чехова. Спасибо.